Красота и здоровье. Продукты питания для красоты и здоровья. Мы сейчас поговорим о некоторых продуктах питания, которые позволяют сохранить красоту и здоровье. Томаты. 1-2 помидора в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 30%. Кроме того, содержащийся в томатах ликопен защищает от преждевременного образования морщин под воздействием солнечных лучей. Морковь поддерживает остроту зрения, пастернак снижает риск остеохондроза, а топинамбур предотвратит сахарный диабет. Ешьте орехи. Экзотический бразильский орех богат кремнием и за счет этого снижает риск заболеть раком на 40%. Однако от рака защитить может и привычный фундук за счет высокого содержания витамина Е. Впрочем, у каждого вида орехов свои полезные свойства. Главное, чтобы у вас не было на них аллергии. Ешьте чеснок, и пусть вас не смущает его запах. Это суперпродукт для сердца. В чесноке находится вещество оленин, которое расширяет кровеносные сосуды и облегчает движение крови, в том числе в коронарной артерии, питающей само сердце. Не выбрасывайте корки от хлеба, особенно ржаного. В них находится в 8 раз больше антиоксидантов пронилизина, чем во всей остальной буханке. Так что любители черных горбушек имеют все шансы прожить дольше поклонников французских булочек. Но самое главное – изучайте этикетки. Прочитав то, что на них написано, вы можете и передумать покупать тот продукт, чья этикетка кишит буквами Е, красителями и модифицированным крахмалом. Пусть ваша еда будет более здоровой и полезной, а эти продукты питания помогут вам сохранить красоту и здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.